четверг в Самарской области будет ясно и без осадков. Станет еще прохладнее. В дневное время 12-14 с плюсом, ночью 8-10 выше 0. Ветер западного, северо-западного направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 15 градусов, ночью плюс 9. Ветер западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 13 тепла, ночью плюс 10. Западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясный день, 13 градусов тепла, в дневное время ночью плюс 8. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 39%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.